Интересный случай рождения восьмерняшек зафиксирован у женщины Кем Чуквуи из Техаса. Она родила 8 декабря 1998 года девочку, а 20 декабря еще 5 девочек и 2 мальчиков. Одна из девочек умерла вскоре после родов. 33-летняя Нади Сулейман в 2009 году родила сразу 8 близнецов минус 2 девочки и 6 мальчиков. Все дети живы и здоровы. Это на сегодня, с учетом того, что имеются еще примеры рождения 8 детей одновременно, единственный случай, где выжили все.